Что-то у меня так медленно в эфир подключается. Вин у меня все-таки еще Инстаграм прячет по сей день. А? Ты Инстаграм меня прячет от подписчиков. Угу. Очень медленно что в эфир. Ну да не знаю, они вот в эфир мало люди ну, заходят. Типа не видят, я так понимаю. Привет, привет. Итак, напоминаю вам, что кто не понимает, что происходит у меня на странице, сейчас идет окошко желаний, в котором вы можете написать свое желание. И я постараюсь его исполнить. Я крашусь, да? Но решила сама типа. Цвет увидите. Здравствуйте, Владивосток. Вот, мне приходит уведомление, что я выхожу в эфир. Ну вот. Не приходит? Нет уведомлений. Ну, слава богу, хотя бы, что меня уже выпускает в эфир по сравнению с тем, что было раньше. Чайку тебе налить? Да. А тетя Йоак! А чё молчишь? Я все хочу. Мандарины, огурцы, шоколад. И сразу причем. Так, ребят, смотрите, напоминаю, кто еще не успел, завтра я буду в своем окошке желаний дарить подарочки. Вот. Подарочки со своего магазина. Поэтому следите. И еще кто не успел подружиться с моими друзьями, потому что единственное условие, вам нужно подписаться, ну, подружиться с моими друзьями, на которых я вот подписана. Спасибо большое, спасибо. Так. Есть определенные условия, после которых я могу там радовать вас. Нет уведомлений. Ну вот я не знаю, почему нет уведомлений, что я в прямом эфире. Раньше вот, ну ты сейчас смотрела, сейчас он скрывает. Хорошо, что хотя бы уже начал посты и фотографии показывать. Спасибо, спасибо всем, спасибо за хорошие комментарии. Настя, ты счастлива с Максом? Саботулечки, все нормально, в порядке дома, скоро к ним поеду. Привет, всем привет. Так, ребят, кто еще не успел и не знает, что у меня проходит окошко желаний, ваших желаний, прошу, у меня вот есть друзья, с которыми я дружу у себя в подписках, забирайте их себе и пишите свое желание в окошко желаний. Всем привет, Украина, Омск, Архангельск. А я не посмотрела, сколько времени прошло. Еще 10 минут осталось. Привет, Киев. Какой-то странный вопрос. Счастлива я с Максом или нет? Ну, наверное, если мы живем вместе, то как-то счастливы. Или как это бывает? Или стерпится, слюбится. Не знаю, ну, как-то странно. Так, ребят, кто только подключился, не теряем, переходим, забираем моих друзей себе в подписку и пишем желания в окошке желания, они у меня есть. Привет. В сторис, окошко желания, заходите и пишите. Спасибо, кто подписался, пишите желания, я читаю. Так, я писала желание, хорошо. Я еще раз повторю для тех, кто, может, не застал эфир утром, что прошу вас, когда вы пишете желание, я хочу 200 тысяч на путевку, или я там хочу в Египет, или я хочу сережки за 30 косарей, у меня, к сожалению, нет возможности сделать, ну, как бы,
Пишите адекватные желания. Вот сейчас там я скидываю какой-то приятный бонус на карту в сумме там 1000, 1500, 2000 рублей. То есть это то, что в моем ресурсном, как говорится, состоянии я могу себе позволить. Вот и все. Вас много, как бы хочется не одному человеку скинуть 20 000 и на этом закончить как бы конкурс. Я так не могу сделать. Но если вы пишете второй день подряд, возможно, вы пишете большую слишком сумму, я не могу позволить себе. Вот мне девушка сегодня написала, что там нужно для мамы, для ноги что-то, но там сумма 12 500, я смогла только 2 перевести, поэтому, чтобы понимали, вот. Если вы там написали слишком большую сумму, к сожалению, есть моменты, которые вот... Желание ли это полный бред, намного лучше с помощью... А вы знаете, что многие генераторы могут быть купленными? Поэтому лучше... Так, вы... может, не хочу пошагойчик. Смотри, какая. Ну вот, любую хоть 500 для ребеночка. Вот это нормальный, адекватный человек пишет. Вот так я могу скинуть. Как хочу ребеночка? Нет, не ребенок. Ну, там просят ребенку 500 рублей. Я могу позволить. А есть люди, которые пишут, скинь мне 200 тысяч, закрыть кредит. Ну, я, конечно, понимаю там все, но... Ага, я думала, ты волшебство. Ну, конечно, хоть бы мне кто-то скинул 200 тысяч на кредит. Желание я скидываю на любую карту, то есть, если у вас сработает, чтобы я с Тинькова могла перевести вам. Так, еще раз, кто подключился, все, что нужно вам, это зайти ко мне в подписки, друзья, забрать их себе и написать в окошко все, что требуется. Завтра я открою окошко желаний, где можно будет писать по поводу вещей, которые вы хотите с моего магазина. Блин, так. Сбербанк. Я могу скидывать, я скидываю, я могу скидывать, я скидываю с Тинькова. У меня карта Тиньков. Деньги у меня там для вас. Я не Вика. Вот как Вика? Я Настя. Я сейчас у Инги, Инга красит мне голову. Я не игнорирую ваши вопросы, будьте так добры, поймите. У меня очень большое окно желаний, и много просто мусора там пишется, какого-то, который, допустим, там, ой, там, одно слово, хочу, скинь, вот. И это все забивает, я не вижу, ну, люди, которые реально нуждаются, вот и все. Спасибо. Ребят, 1000 на бензин. Как бы есть люди, которые пишут, скинь мне 1000 и прокормить ребенка. Я считаю, что если вы заводите машину, это сейчас без обид, то вы должны и понимать, что нужно как бы и бензин заправлять. Ребят, смотрите, желание, пожалуйста, пишите в окошко желаний. В окошко желаний. Оно для этого создано. Генератор есть. А как я буду генератор? Смотрите, генератор ставится, когда там, допустим, айфон разыгрываем или что-то еще. В этот раз мое окошко желаний это как бы определенные суммы, которые я скидываю людям и стараюсь, ну, максимально больше сделать каких-то приятных моментов, чем, допустим, скинуть 30 тысяч одному человеку. Дай бог, в следующий раз сделаем побольше с возможностями окошка желаний, ресурсы, возможно, будут побольше. Я этот раз взяла так по-скромненькому, чтобы попробовать, как вы реагируете, нравится вам такая за день, не нравится, как аудитория смотрит, не смотрит, тут же много факторов. Ребят, не пишите мне сюда желания, пишите, пожалуйста, в окошке, я вас очень прошу. Просто крашить, поувидите. А теперь мне можно будет делать кератин, Инга? Сейчас у Инги спросим, можно мне делать кератин или нет? А зачем? Ну, чтобы они блестящие были. Ты
тебя тогда они вообще сосульками станут. Почему? Давай не будем. Ну а почему у людей блестящие волосы, а у меня нет? Ты хочешь, чтобы они у тебя были вообще? Я хочу быть красивой просто. Ну, ты и так красивая уже, все. Расслабься. Так, ребят, то напоминаю, переходим на моих друзей. Я, наверное, завтра сделаю прямой эфир, где я просто загадаю желание на бумажке, напишу. Вот. Или давайте сейчас это сделаем. Допустим, я сейчас напишу число, чтобы вы видели, кто его первый угадает это число. Скину. Только вы должны не забывать быть подписанными на людей, которых я подписываю. Сейчас, прямо при вас. Инка, есть ручка у тебя? Да, есть. Ручка и бумажка. Сейчас загадаю число. Там, допустим, будет от 1 до 200 или 300 делают, как они там делают. Сейчас напишу вам число. Кто первый угадает, сразу скидываю бонус на карту. Так будет честно. Подожди. Только смотрите, вы должны перейти сейчас и забрать моих друзей. Да любую, дай мне бумажку, я напишу, чтобы они видели, что я людей не развожу. А то я знаю этих блогеров. Кидала вот такое. Все равно скажу. Что, все равно там скажешь? Как-нибудь разгонишь. Нет? А зачем? Бог потом накажет. Я не хочу в аду гореть. Смотрите, беру бумажку. Вот, смотрите. Вот, нигде, чтобы вы посмотрели, нигде ничего не написано. Все при вас. Зайда, чуть... Сейчас покажу тебе. У меня тут сейчас этот... загадывает число. Это вы помните с нового канала. Да, и с нового. И с ТНТ... Из пятницы, где у меня только не было на каком канале. Вот, возьму. Так, смотрите, что я тут ничего не пишу. Так, сейчас загадываю число от 1 до 300. Кто первый угадывает, сразу скидываю вам. Так. Число я должна написать. О, все. Короче, я написала число. Пишем число от 1 до 300. Кто первый угадывает? Только не забывайте, вы должны забрать подписчиков у меня, на которых я подписана. Так, пошли. 267, 123, 85. Неправильно. 31. Вот оно написано у меня. 5, 11. От 1 до 300. 300. Нет. 132. Ну все это нечестно. Я надеялась, что вы хотя бы там... Все, стоп, сейчас будет новое число. Поздно, все, человек угадал, я заскринила. Я скину вам денежку и вас выставлю в сторис. Давайте сейчас еще одно число. Так, дело не будет. Прикинь сразу, что он угадал. Какое-то число, наверное, интересное загадало. Так, от 1 до 300. Дальше сейчас. Речку спрячь. Кого спрячь? Кого? Сиську видно или что-нибудь? Сосок, что ли, выставил? От 1 до 300, сейчас. Да, все. Кто там? Я за вас заскринила. Вы выиграли 500 рублей, мне прямо мы верим. Дальше. Ребят, еще раз, кто подключился, мы сейчас играем в игру. В прямом эфире угадываем. У тебя, извини, но придется прерваться. Прерваться придется? Угу. Так, ребят, зайду... Так, тогда зайду через сколько я? 5 минут. Через 5 минут Крученко мне будет сушить и красить волосы, и мы с вами продолжим, поэтому сейчас пока вы зайдите, подпишитесь, и еще раз сделаем такую игру с числом. Все, 132, я вам отправляю 500 рублей. Сейчас, через 10 минут, мне надо просто краску смыть.